и все вы могли услышать радио, да, наше. Поэтому радичков тоже, естественно, мы отмечаем за работу по направлению радио. Награждается Валерия Усольцева. По направлению радио в Международной школе журналистики интермедиа награждается Александр Акст. Ой, спасибо, девушки. Олеся Суплинов самый долго танцующий. Надо бы было дать грамоту на танцовую. Все успел. Закройте, поработаем. За работу по направлению радио награждается Алина Шматова. За работу по направлению радио награждается Наталья Коренинская. Ну, были у нас также с нами все дни руководители, которые переживали, да, все организационные вопросы, я переживаю, и на автобус, поэтому мы считали нужным наградить даже и руководителей, которые были с нами. За помощь в проведении Международной школы журналистов награждается Андрей Вербицкий. За помощь в проведении международной школы журналистики и интернета награждается Виталий Митяс. Аминева.
международной школы журналистики и интернета называется Юлия Новоселова. Давайте уже не буду в активной части говорить. Награждается Анастасия Сысоенкова. Награждается Мария Естегнеева. Награждается модератор. Замечательный, да? Андрей Козлов. Награждается Анастасия Шестакова. Награждается Мирамгуль Кушербаева. Награждается Анастасия Черединова. Награждается Александра Митясова. Награждается Александра Маркиева. Награждается Марина Кулемина или Кулемина? Кулемина. Сейчас фамилия прозвучащая, Елена Вениаминовна меня поймет. Тут пара есть фамилий, которые у нас выпускники есть. Вот одна из них. Награждается Арина Бутова. Награждается Юлия Красноухова. Награждается Анастасия Колесникова. Награждается Дарья Иваненко. Награждается Кристина Булдакова. Молодец, старалась, расстроилась, да, что продукт попал, не попал в следующий раз. Я надеюсь, что результаты будут. Мы смотрели на результативность, да, в первую очередь, награждаем. Награждается за активное участие Ирина Шматок. Арина Шмакова. Награждается Ксения Скуратова. Награждается Полина Семенова. Награждается Юлия Герин.
есть шуши. Награждается Ольга Сахарова. Награждается Виктория Маркова. У нас участники все ту или иную грамоту получили, никого не забыли, все награждены. Ну, тебе тоже на закуску, да? Самое интересное. Что же там приготовили, да? Один глазом дальше попадает. С нами были эксперты, понимаете, которые приезжали, уезжали, мы их награждали, но остались с нами самые, наверное, стойкие, да, которые отвечали до конца. Ирина, к сожалению, уехала, пришлось уехать, потому что делегацию вести нужно было, мы тоже здесь планировали наградить. И Ирине поаплодируем, я ей... За помощь в проведении международной школы журналистики «Интермедиа» и участие в качестве эксперта по направлению радио награждается Сергей Кузьмин. За помощь в проведении международной школы журналистики «Интермедиа» и участие в качестве эксперта по направлению фотография награждается Александр Козлов. Наша любимая, за помощь в проведении международной школы журналистики и экспертную оценку работ участников награждается Елена Вениаминовна Евдокимова. Завтра не сдашь тезис, убью. Нет. За активную помощь в организации международной школы журналистики «Интермедиа» и профессиональное проведение мастер-классов по направлению видеомонтаж награждается Вячеслав Фетисов. Помощь в организации международной школы журналистики «Интермедиа» и профессиональное проведение мастер-класса по направлению «Верстка и печать» награждается Алексей Белов. Что в «Новомедиа» и в отделе моем работает очень много сотрудников. На данный момент нас работает двое. Я и Олеся Анинева. Да? Все остальные, кого мы привлекали на помощь и организацию, не являются домашними сотрудниками. Объясняю, почему мы награждаем людей, которые помогают нам. Да? Вот. Поэтому у меня было две помощницы, и есть, как вы помните, они стоят здесь, вручают.
призы за активную помощь в организации международной школы журналистики в Эрмете награждается Мария Трубина. Все грамоты Рубина, да? Да. Олеся, все отлично у нас, хорошо. Такой момент. Ну, спасибо всем вам. Хотелось бы проанонсировать, многие задают вопросы, как мы дальше с вами будем сотрудничать, работать. И не станут ли эти выезды, вот как бы обучение закончится. Во-первых, у нас есть проект «Факультатив», который сейчас, я говорю с новым руководством, ситуация такая, что проект «Нова медиа» переходит в другое совершенно учреждение с 1 ноября. Уже не в агентство поддержки молодежных инициатив, от которого мы вам грамоты даем. С новым руководством я разговариваю о том, чтобы как раз сейчас факультатив переориентировать на область, чтобы вы в онлайн-формате, о чем я уже говорила, могли лекции слушать в течение года. Как скоро это будет, прогнозировать не могу, потому что вот такой, да, переход. Надеюсь, к вам времени. Ну, есть у нас одно замечательное мероприятие, которое состоится 29 по 31 октября. Это форум, да, региональный, большой, связь поколений. От каждых районов будут выделены делегации. И передо мной стоит, да, такая задача, чтобы в состав этих делегаций вошли ваши ребята, которые будут работать в пресс-центре по направлению печати. Это почетно достаточно, да, то есть как будет происходить отбор, мы, конечно, посмотрим, кто в районах у вас лучше был и лучших из вас пригласим. С вами свяжемся. Так что будьте готовы, что с некоторыми из вас мы буквально вот через месяц увидимся. Ну, давайте друг другу, наверное, поаплодируем. Маленький принц, о мой маленький принц, о мой маленький принц.